Огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Outfit of the day. Сережки, видите, да? В браслете Пандора я. Так, что-то половина серебра, половина золота, ну ладно, в общем, будет так. Так, тут все видно. Сегодня вот такая у меня вот кофточка, фирма неизвестная. Сверху здесь как бы вязаная, а здесь такое что-то эластично-синтетическое в камнях и в травах. И вот эти вот такие джинсики, лосины, так скажем, джинсовые, из колцедони, которые я вам показывала, купала я не так давно, и носочки из колцедони. Парфюм сегодня вот такой вот. Это у нас Northern Beauty от Oriflame. В общем-то, вот такой вот парфюмчик. Я решила сегодня собрать с помощью вот этих вот крабиков, которые я вам уже показывала. Ну, чтобы не мешались, и как-то так, вроде как-то по-другому уже начинаешь смотреться. С более собранными волосами, что ли. Не знаю, знали вы или нет, но у нас живут две вот такие вот замечательные черепахи. Гоша. Маша. Были они вот такие, теперь уже вот какие. У нас активно идет мытье аквариума, а они пока загорают без водички в раковине, в ванной. Тут они, да? Да. Так что, в общем, вот такие. Вот они уже большенькие довольно-таки. Ну, вот смотрите. Маша старше. Ты так считаешь? Ну, не знаю. Она старше, у нее даже панцирь побольше. Вот такие вот черепашки. Недавно он показывал там в покупках и корм был. Но никто даже не задал вопрос, кому корм. Корм вот, в общем, Маша с Гошей. У меня сегодня было небольшое расхламление, так скажем. Залезла там в одно место, там куча всяких каталогов, какие-то книжки, там еще что-то. Тут тоже какие-то выбрасываю аппликации, уже все изрезали и не, оно не функционирует. Выбрасываю вот такой вот набор для творчества винтажных красок, и там они аквариум моют. Все уже, эти все краски, они уже высохли. Все это уже высохло и, в общем-то, выбрасываю хранить. Это столько места занимает все это. Такая вот тоже... Скоро в школу для детей 5-7 лет. И уже все, отыграли мы в нее. Здесь такие карточки. Смысл в том, что здесь не работает просто второй электрод. Там надо было карточку ставишь, в определенные места там тыкаешь, и у тебя загорается, в общем-то, вот этот электродик. Правильно, неправильно. В общем, выбрасываю. Для того, чтобы появились, может быть, какие-то новые... вещи нужные. Из магазина Магнит. Взяли вот какой-то такой батон с начинкой. Не знаю, что тут написано. Так, это батон провансаль. Там Максим говорит, вкусный, надо брать. Хлеб чемпион нами. Любимый вот этот вот лидер. Нарезанный. Там он со злаками получается. А колбаска к завтраку вареную взяли. Сыр колбасный. Какая-то колбаса. Не знаю, такую не пробовала. Сыр копченый, короче. Так, ну, сливки. Так, это женские штучки. Что еще? Появились вот такие вот новые M&M. Ребятишки сказали, что это M&M с какой-то мини. Да? И еще там промокод есть внутри. Можно в розыгрыше участвовать. Меня теперь замучают промокоды меня вводить куда-то там. И еще заглянули в магазин Леонардо и купила я вот такую краску акриловую художественную, белила титановые, в общем, 75 миллилитров. Хочу кое-что покрасить. Когда буду красить, вам все засниму. Вот смотрите, вчера мы красили череп из фикс прайса. Кто не видел, посмотрите во вчерашнем влоге. И вот эту вот гламурную тыковку. И вот такой вот антураж к Хэллоуину я сделала на микроволновке.
Так, ну что, салфетка, это тоже с фикс прайса, я ее покупала в прошлом году. Я думаю, что в этом году к Новому году тоже будет. Она такая, знаете, как... Ой, как же это качество это называется? Ну, в общем-то, такая вот фетровая, точно. Потом еще купили мы вот такую вот штуку. Это вообще держалка для украшений там или еще чего-нибудь. Она собирается тоже из фикс прайса. Она была зеленого цвета, мы ее тоже вот вчера же покрасили. Вот такая вот. Еще повесим на нее что-нибудь. Можно менять в зависимости от сезона. Так, ну вот эти вот подсвечники я делала ранее. Тоже это свечка получается. Свеча с фикс прайса. Основание для свечи, декор, все. И вот такой вот к Хэллоуину у нас получился пока декор. Может быть, что-то еще мы там добавим, что-то еще. Но это так, по-быстрому я вот уже... Что поставила? Ну так, прикольненько, конечно. Пока у меня тут жарится курочка. Вот этой вот приправой. Где же она? Где же? Сейчас покажу вам. Вот она, это приправа, которую купила в фикс-прайсе. Приправа курицы. Вот такая вот. Вот она желтого цвета. Я решила тут пару кадильниц. Вот. Стол застелила. Есть у меня вот такая вот корзинка плетеная. Она коричневого цвета. Я хочу ее покрасить. И для этого я вот и купила вот эту вот краску. Для начала покрашу, а там уже потом... Не все сразу, конечно. Сначала покрашу, а там что-нибудь уже буду в ней придумывать. Ну, в общем-то, вот приготовила две кисти. У Настюхи взяла стаканчик для воды. И буду... Сейчас ее красить. Не знаю, внутри, наверное, нет смысла красить. Покрашу снаружи, ручку. Но не знаю, надо, не надо. Ну, в общем, так покрашу, а там видно будет. В общем-то, хочу вот ее переделать. Что она коричневая? Ну да, вроде так со столом ничего смотрится. Ну, почему-то я ее хочу сделать беленькой. Что, спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. А я вас обнимаю очень крепко, целую. И всем вам пока-пока.